Control here, National Space Station. We're about to see Santa passing by, over. Ho, ho, ho! Наш проект называется «Биркей», ну, простонародье «Бирка». «Бирка» поможет тем, кто владеет шрифтом Брайля. Это принтер, ручной механический принтер. Могу вам показать результат, да, его работы, этого будущего нашего устройства. Это пластиковая лента, вот, на ней выбито шрифтом Брайля срок годности лекарства. Кто может пользоваться, да, нашим устройством? Это волонтеры, социальные работники, да, производители лекарств и товаров. Мировые производители нечто подобное, конечно, производят, но наш продукт будет стоить в разы дешевле, даже в десятки раз дешевле. Потрачено уже в этот проект порядка 100 тысяч рублей и несколько месяцев нашего времени. Хотим найти 360 тысяч рублей в месяц инвестора. Сроком на 6 месяцев. В нашей команде 2 человека. Это Артемов Александр и Зобов Максим. Собственно, наши контакты есть на этом слайде и на сайте biarkey.ru.